Цена на нефть приблизилась к 70 за баррель. Нефть марки Brent в Лондоне подешевела на 1,48, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке снизилась на 1,20. Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на фоне стремительного роста запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 8 ноября. Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:40 по Киеву подешевела на 1,48-2,05% до 70,59 за баррель. В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX, упала на 1,20-1,95% до 60,47 за баррель. Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли в 7-й раз подряд, в этот раз на 5,78 миллионов баррелей. При этом аналитики рынка прогнозировали повышение запасов не более чем на 1,9 миллионов баррелей. Также сообщалось, что Министерство энергетики США повысило оценку нефтедобычи в стране в 2019 году с 11,8 миллионов баррелей в сутки до 12,1 миллионов ПЭС. Также ведомство снизило на 2 за баррель оценку цены нефти Brent в 2019 году до 74 за баррель. Напомним, США впервые за 45 лет стали мировым лидером по нефтедобыче, обойдя Россию и Саудовскую Аравию. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.